Ходил, смотрел, видел комнату. Она мне вроде понравилась, но есть плюсы и есть минусы. Плохое то, что... Короче, это самый криминальный район, в котором я буду жить. Измайлово. Третье место занимает. Второе, то, что девушек, которых я бы хочу приводить, туда нельзя приводить. Попить с ними чай, как вы понимаете, о чем я. Третье. Кровать немного сломанная. Вот. И начнем с плюсов. Плюсы в том, что эту кровать скоро поменяют, купят новую. Отлично. Еще плюсы. Это личное пространство. Также комната закрывается. Также это недалеко от того места, куда я только что поступил. Получать второе высшее образование. Это я поступил в МИТРО, Московский институт телевидения и радиовещания, телеведущего. Ну, посмотрим, что из этого получится. Эй, друзья, я снимаю на видео, слышишь ты? Всем привет, это моя подруга Полина, очень хорошая подруга, подруга-подруга, с кем обсуждаем всех девушек, любимых девушек. Подруга вот. За подруг. Да, и Полин, скажи, пожалуйста, вот три минуса во мне и три плюса. Сначала с плохого начнем, а потом с хорошего. Только по-быстрому. Плохое? Не думай. А плохое, значит, ты... Первое. Кидаешь девушек. Второе. А? Второе. Ты плохо ведешься с девушками. Ты ленивый. Все. Давай с положительных. Подожди, я не знала два, не три, ну ладно. Так, положительное. Это... Ты общительный, веселый, добрый, заботливый. Эй, все, понятно. Спасибо. Идем сейчас под дождем вместе с Ниной. И что-то мы так разговорились, это так романтично, так по-доброму. Вот. И носик-курносик. Ноги, конечно, промокли, но это потрясающее окончание дня. Конечно, камера может промокнуть и сломаться, но все это к чертям вообще, потому что такие моменты, они запоминаются в жизни. Даже не писал. Да. Вот так, друзья. Луи Чулков с тренинга «Директивные соблазнения». Сейчас на свидание. Одни что-то там вообще девушка болтает по телефону, а другой мило такой ведет беседу. Прям такой, прям паинька. Прям такой, прям эти путюшечки, прям вообще добричина. Прям хорош. Молодец, моя школа. Итак. До хирища коробок, только сегодня переехал. И... Ребят, хочу вам показать молдавскую магию. Чтобы убедились на самом деле, то, что там на самом деле бывает. И раз, два, три. Воу! Да, друзья. Все это молдавская магия.